Красноярцы собрали для Оксаны Василишиной 3 миллиона рублей. Она поблагодарила на своей страничке в Инстаграм всех откликнувшихся на ее просьбу. Напомню, что Оксана Василишина, которая посвятила свою жизнь поиску пропавших детей и взрослых, сама оказалась в беде. У нее обнаружили рак 4-й стадии. Сейчас руководитель краевого отряда поиск пропавших детей находится в Москве, в Ильинской больнице. Оксана уже прошла первое обследование, и ее ждет первый курс химиотерапии. Нужную сумму собрали за 3 дня. Аркадий Волков выйдет на свободу на полгода раньше. Апелляционная комиссия сократила ему срок с 7 лет до 6,5 строгого режима. Напомню, экс-депутат городского совета был осужден в прошлом году. Он организовал благотворительный проект «Машина добрых дел», который бесплатно помогал пожилым людям с мелким бытовым ремонтом. Волкова обвинили в том, что сотрудники проекта получали зарплату от компании «Крастек», а взамен Волков обещал компании покровительство. Такое взаимоотношение следователи и суд квалифицировали как получение взятки в особо крупном размере. Продлен арест бывшему ИО прокурора Норильска Хаважу Гутаеву и его брату Докке Гутаеву и Муслиму Умарову. Первого подозревают в получении взятки, остальных фигурантов в посредничестве. Всем им продлили срок заключения на 3 месяца до 23 августа этого года. Красноярских мусульман попросили не собираться на Ураза-Байрам в мечети. Это мусульманский праздник окончания поста. Его будут отмечать 23 и 24 мая. Обычно в эти дни мусульмане собираются в мечети, поздравляют друг друга. Но на этот раз Роспотребнадзор прислал предписание закрыть мечети в дни праздников, а верующим провести эти дни в кругу семьи. Ранее на Пасху закрывали православные храмы и городские кладбища на родительский день.